Привет, спортсмен! А куда ты обычно зовешь на выходных своего друга или вторую половинку? Да, казалось бы, глупый вопрос, столько мест вокруг. Но что делать, когда обычная прогулка в парке или поход в новую модную кофейню кажется уже скучной обыденностью? Знаешь, можно провести время вдвоем весьма необычно, заодно развить свою способность доверять другому человеку. Так все это еще использовать для здоровья. Стало интересно? Тогда вперед на акро-йогу! Акро-йога – это вид спорта, в котором делаются поддержки. Преимущественно один человек лежит, а второй человек начинает, получается, опираться на ноги и на руки партнера, тем самым пытаясь сделать определенные элементы или поддержку. Они могут быть как динамическими, так и статическими. Некоторые используются даже в танцевальных номерах, шоу больших. Мы изучаем базовые еще элементы акробатики, они тоже пригодятся для акро-йоги. То есть это кувырки, это стойки на руках, на голове, на локтях, различные перевороты, колеса, они тоже очень помогают в освоении этих элементов. Акро-йога позволяет развить такие физические качества, как сила, выносливость, гибкость рук, ног, потому что некоторые элементы получаются так, что там надо извернуться как-то, и поэтому мышцы мелкие особенно, они тоже очень хорошо включаются. Также там очень хорошо развивается координация и баланс. Это одно из базовых упражнений акро-йоги. То есть мы ставим ноги партнера себе на таз, примерно живот, бедра, и начинаем держаться за ноги и опираться на него. То есть база у нас ногами то к себе их приводит, то обратно меня отдавливает. Моя задача — держать спину ровно. Хорошо. Следующий этап. Мы тянем руки, то есть я за ними не тянусь, я точно так же ровный. Начинаю на него наваливаться и уже поднимаемся в птичку. То есть здесь я плечики поднимаю, тот, кто внизу база, он надавливает носочками, и мы приподнимаем, держим. Угу, хорошо. Да, совместный активный отдых и парные хобби скрепляют отношения. Акро-йога, наверное, одна из самых сближающих практик. Она совмещает в себе духовность упражнений классической йоги, а также динамику, пластику и мощь акробатики. Взаимодействие с партнером и достижение высокой степени доверия – это именно то, чему учит эта практика. Практика акро-йоги позволяет друзьям и парам развиваться и совершенствоваться в новом деле вместе, а не по отдельности. Поэтому, если ты еще не знаешь, куда позвать своего друга в эти выходные, то теперь у тебя есть план. Вперед на тренировку!